Как же я устал от этих кошек! Никиса вечно меня учит, делает мне замечания. Марфа тоже говорит, что я не умею себя хорошо вести. А Васька так вообще обнаглела. Никакого покоя нет. Все время хочет бегать, играть. Устал я. А здесь так хорошо, спокойно, и никого нет. Ой, что это такое? Что-то мне не по себе. Что это? Откуда появился этот экран? И что это? Тыквы черные кошки. Хэллоуин! Сегодня ночью Хэллоуин! Праздник черных кошек! Чика! Ты чего кричишь, как резанный? Я не звал Никису. Не звал? А кто сейчас кричал? Никиса! Васька, знаешь что? Иди-ка ты отсюда, не мешай мне. Что? Ты меня гонишь? Скажи лучше, что ты на этот раз придумал? Ладно, только ты смотри, никому не говори. Да ладно, не скажу, рассказывай. Вася, сегодня ночью будет праздник. У кого будет праздник? Ну, вообще-то у всех. Но особенно у Никисы. Какой праздник? И у меня тоже будет праздник? Да. А почему у меня будет просто праздник, а у Никисы особенный? Да потому что она черная кошка. Чика, у тебя крыша поехала. Нет такого особенного праздника для черных кошек. А вот и есть. И что же это за праздник? Хэллоуин! Что? Хэллоуин! Только почему ты считаешь, что это праздник черных кошек? Вообще-то, это праздник нечистой силы. А Никиса тут при чем? Она что же, по-твоему, нечистая сила? А вот этого я не знаю. Ну, Чика, ты даешь! Может быть, ты считаешь, что Никиса ведьма? Ну, кто знает, кто знает. Во всяком случае, у каждой ведьмы была черная кошка. Вот я расскажу об этом Никисе. Вася, ты же обещала никому не говорить. Я, конечно, обещала, но у тебя на лицо клиника. Тебя доктору нужно показать. Вася, ты меня неправильно поняла. Я хочу Никису поздравить с этим праздником. Поздравить? А как? Ну, можно. А что нужно сделать? Я думаю, что сначала здесь все нужно украсить всякими хэллоуинскими штучками. Ну, всякие пауки, дыни, там свечи. Ну, хорошо, допустим, разукрасили мы всю комнату этой фигней. А дальше что? А дальше начнется праздник. Ай! Что случилось? Да что случилось? Мне показалось, что вместо твоей головы... Ай, Чика! Нет, мне не показалось! Ай! Что это с ней? С катушек съехала. Ладно, сам все приготовлю и устрою всем праздник. Ой, как это я здесь оказался? А, ладно, неважно. Здесь устроить праздник даже прикольней. О, вот это да! Да, это же не просто праздник, а какой-то волшебный праздник. Ой. Мистика. Тыквы. Ну да, они обязательно должны быть на Хэллоуине. Ну что-то мне как-то не по себе.
спасите! Что это с тобой случилось? От кого тебе нужно спасать? Никиса! Никисонька! Там такое творится! Ай, Чика! Это ты? Нет, это не Чика. Это какое-то чудовище! Никиса, ты куда? Подожди! Вася, что я сейчас видела? Что? Там внизу Чика. Только это не Чика, а какой-то монстр. Никиса, я тоже видела этого монстра. Он очень похож на нашего Чика. Только у него очень страшная голова. Да. Марфа, Марфушка, надеюсь, ты меня не боишься? Ай, кто это? Марфа, да это же я, Чика. Помогите, спасите! Что здесь происходит? Почему они меня боятся? Ай! Что это было? Кто это был? Ай, да это же... Мое отражение, ну, мое лицо, моя мордочка, там был какой-то урод. Кошки, девочки, помогите, это я, Чика. Чика нас зовет. А вдруг это не Чика, а тот самый урод? Кошки, кошечки, это я, помогите. Вася, нет, это все-таки Чика. Помощи просит. Никиса, я правда обещала никому это не говорить, но сейчас особый случай. Но что-то пошло не так. Васька, не тяни, говори. Понимаешь, Никисонька, Чика хотел тебе устроить праздник. Какой еще праздник? Ну, как это, как его, Хэллоуин. Мне устроить праздник? Хэллоуин? А при чем тут я? Чика думает, что раз ты черная кошка, то значит ты как-то связана с нечистой силой. Что? Да я ему за это не только хвост оторву, я ему еще и уши надеру. Спокойно, Никиска, спокойно. Я ему уже все объяснила. Но только он сам превратился в какого-то страшного чудовища со страшной головой. Кошки, пожалуйста, не бойтесь меня. Я сейчас к вам поднимусь, только вы не убегайте. Ладно, дурень, поднимайся. Кошечки, это я. Красавец. Да, угораздил ж тебя. Девочки, помогите мне. Я не хочу навсегда оставаться таким монстром. А ты знаешь, я вот уже и ничего, привыкла к тебе такому. Да, привыкнуть можно. Ну, кошки! Вот ты меня называл нечистой силой, а сам-то полюбуйся на себя. Сам спутался с нечистой силой. Васька, предательница, крыса! Да ничего я не крыса! Я не кисе это рассказала, чтобы тебя спасти, урода! Не хочешь, не надо, не будем помогать. Ой, Васенька, прости, ты не крыса, я оговорился. Значит, поможете? Поможем. Вот только как? Чика, скажи, а в какой комнате? Где ты решил устроить праздник? Я хотел все сделать там, наверху. Но я не знаю как, но я оказался в заброшке. Почему в заброшке? Этого я не знаю. Но там такое началось. Да, дела. Нужно что-то делать. Вася, а зачем что-то делать? Какое нам дело, что происходит в заброшке? Это же не у нас дома. Это понятно. Но если мы не остановим этот дурацкий праздник, Чика может навсегда остаться таким же уродцем. Понятно. Никиса! Чика, чё орёшь? Напугал. Никиса, ты тоже превратилась в монстра. Как это? Вася, это правда? Да, Никиска, плохи дела. Нужно торопиться,
Чика! Ну, поганец! Скорее, кошки! Бежим в заброшку выгонять всю эту нечисть! Ну и дела! Вот это праздник ты нам устроил! Вася, спасай! Васька, придумай что-нибудь! Я знаю, как избавиться от этой нечистой силы! Как? Как, Вася, как? Их нужно облить водой! Водой? И все? Да, водой! Только не простой, а волшебной! Где же нам взять волшебную воду? У меня есть такая вода! Смотрите, что будет! Кошки. А тебе, Чика, это урок. Думай в следующий раз, какие праздники можно праздновать, а какие нет. Васенька, я никогда больше не буду праздновать этот дурацкий Хэллоуин. Теперь я знаю, что это праздник нечистой силы. Ты слышишь? Кажется, котенок мяукал. Да, и похоже, котенок очень сильно чего-то испугался. Дынька, смотри, котенок и правда очень напуган. А что его напугало? Похоже, что-то в гостиной. Шанелька, а ты можешь сходить посмотреть? Ладно, я схожу, но в следующий раз, если что-то страшное будет происходить, пойдешь ты. Что же такое тут могло напугать нашего котенка? Что это? Видео про Хэллоуин? Ай, где-то я его уже видела. А-а-а, помогите! Шамиль, ты чего орешь? Там что-то страшное! Видео, а потом мыши! Хэллоуин! Похоже, Шанельку напугали мыши. Ты что, боишься мышей? Аниса, ну, во-первых, там не мыши, а летучие мыши. И, во-вторых, это не просто мыши. Это мистика. Если не веришь, пойдем со мной. Ну, где тут твоя мистика? Показывай. Все исчезло. Ой, опять это видео. Шанель, Аниса, ну вы чего так орете? Опять мышей испугались? Дынька, Дынька, там мертвецы! Что? Ай, ну точно, ведь скоро Хэллоуин. Вы что, решили его отмечать и так играете? Дынька, Дынька, ничего мы не отмечаем и мы не играем. Там, правда, из пола полезли руки мертвецов. Так, все, мне это надоело. Пойдемте вместе посмотрим. Ну, где тут ваши мертвецы? Что там еще? Все исчезло!
Аниса, я, кажется, поняла. Это все из-за видео. Это же видео про Хэллоуин, праздник нечистой силы. Как только мы его включаем, оно вызывает нечистую силу. Я вспомнила, где я его видела. Его смотрел Чика, и он еще хотел праздновать Хэллоуин. Похоже, что все это происходит из-за этого видео. Вы же знаете, что нельзя призывать нечистую силу? Конечно, нельзя! А это видео ее призывает. Когда мы его смотрим, мы тоже, ну как бы, призываем нечистую силу. Динка, это все из-за твоего котенка! Это почему это из-за моего котенка? Да потому что твой котенок случайно открыл это видео! И начались наши проблемы! Аниса, ну не будь ты такой противный! Котенок же не специально! Теперь ты убедилась, что мы не играем? Да, какой ужас! А что же нам теперь делать? Не знаю, но я уверена, что вместе мы с ними справимся. Я пойду на разведку. Так, надо попытаться пробраться через патио и заглянуть внутрь. Ой, они уже и снаружи все заняли. Теперь и к окну даже не подобраться. Ребята, вы это видели? Это же настоящая ведьма. Она что, тоже к нам летит? Только не это. Надо скорее возвращаться и разобраться со всем этим. Аниса, доступ к окну перекрыт. Наше патио заняли страшные тыквы. Я попробую пройти через коридор. Ребята, давайте тихонечко проберемся в гостиную и посмотрим, что там происходит. Ничего себе! Вы это видели? Они тут праздник устроили. Вот это наглость! Динка, Аниса, вы представляете, эта нечисть устроила в нашей гостиной настоящий праздник! Как это? Да вот так! Пригласили всех, кого только можно, танцуют, развлекаются! Какая наглость! Мы их не приглашали, пусть убираются! Динка, а ведь похоже, что мы их как раз и пригласили! Ничего подобного! Я их не приглашала! Да, ты их не приглашала. Но ты разве забыла про видео? Это видео и было их приглашением. Ай, мой котенок! Малыш, ты где? Ай! Ой, похоже, эта нечисть хочет моего котенка съесть. Как же его спасти? Аниса, Шанелька, моего котенка хотят съесть. Какой кошмар! Похоже, они выбрали твоего котенка в качестве угощения на своем празднике. Шанелька, ну мы же должны его спасти. Да, спасти и прогнать всю эту нечисть из нашего дома. Ну только как это сделать? Вот я сейчас с этой нечистью разберусь. Эй, нечистая сила, мертвецы, ведьмы, летучие мыши, привидения, пауки! Ну-ка, немедленно отдавайте нашего котенка! Я кому сказала? Ну-ка, немедленно прекратить этот праздник! Мы вас не звали! Спасла моего котенка? Нет, ничего не получилось.
Они даже не прекратили свой праздник. А еще они мне сказали, что это мы их позвали, и поэтому они не уйдут. А что же делать? Они что, теперь останутся здесь навсегда? А давайте попросим помощи у наших подписчиков. Ребята, мы все вместе должны победить эту нечисть. Ребята, а вы празднуете Хэллоуин? Аниса, я просто уверена, что все наши подписчики знают, что это плохой праздник. Вот видите, что может получиться, если праздновать Хэллоуин? Лично мы против Хэллоуина. Ой, я, кажется, придумала. А что ты придумала? Я знаю, как избавиться от всей этой нечисти и спасти котенка. И как же? Вы помните, с чего начались все наши проблемы? С Динкиного котенка? Аниса, вот я тебя сейчас. Проблемы начались не с котенка, а с того страшного видео. И что? Ну, раз проблемы начались с видео про Хэллоуин, мы должны открыть на компьютере что-нибудь против Хэллоуина и показать это монстрам. Супер! Давай! Готово! Но это еще не все. Ребята, напишите в комментариях, что вы тоже против Хэллоуина. И обязательно поставьте лайк. Так вся эта нечисть увидит, что нас много, и испугается нас. Шанель, смотри, как много лайков! Ребята, большое вам спасибо за поддержку. Вместе мы сила. Сейчас эта нечисть у нас попляшет. Ну все, нечисть, закончился ваш праздник. Получайте! Ура! Сработало! Мы победили! Мой котенок, мой малыш, тебя не съели. Мы смогли тебя спасти. Ребята, спасибо вам большое! Мы с вами настоящая Хэллоуин! Сегодня Хэллоуин! Это случилось сегодня ночью! Я долго не ложился спать. Игра пошла классная. Я, с сожалением, выключил комп и уже собирался лечь спать. Как вдруг? Ой, ну все, хватит. Завтра рано в школу мне надо будет. Надо выключать. Ой, а то и не высплюсь. Никиска, ты чего это разбегалась? Никиса, тебе тоже пора спать. А ты тут разыгралась. Никусенька, куда ты бежишь? Никусенька, ну куда ты бежишь? Никусенька, ты что, гулять хочешь? Да нет, там же холодно, ночь, да еще и дождь прошел. Пошли лучше спать. Ой, что это? Свет погас. Кто-то рычит. Свет дали. Никиса, это ты мяукла или Марфа? Вот же вы дурехи. Даже в такую погоду хотите погулять. А что же вы будете делать, когда зима начнется? Марфа, кис. Да что же это такое? Никиса, ты все-таки убежала. Марфа, а ты где? А кто это мяукает? Придется пойти посмотреть. А-а-а!
Да нет, ерунда какая-то. Так, 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 спокойно, спокойно. Только без паники. Так сегодня же Хэллоуин. Что это? Опять котенок мяукает? Ну да, конечно, котенок. И никакой мистики. Котеночек маленький, иди ко мне, мой хороший. Котеночек! Киселенька, ты совсем еще маленький. Ты, наверное, только что родился. А где Марфа? Никиса, а где Марфа? Никиса, это что, Марфа родила котенка? Да этого не может быть. Да нет, Марфа рожала дома, а этот котенок был во дворе, да еще совсем один. Маленький мой, да ты замерз, ты такой холодный. А вот, положу тебя поближе к батарее. Вот, грейся, мой хороший. Полежи здесь, подожди меня, а я сейчас домик принесу. Малыш, на вот, полежи здесь. Так, Никис, отойди от него, не рычи на него. Все, все, тихо, тихо, мой хороший. Подожди меня здесь. А я попытаюсь разобраться, что тут происходит. Кажется, еще один котенок мяукает. Ну, точно мяукает. Только я не пойму, где. Ничего страшного, никто не мяукает. Мне просто все показалось. Точно, мистика. Опять котенок мяукает. Это ты мяукаешь? Да нет, не ты. Мяукает. Либо у меня глюки, либо мяукает наверху. Мистика какая-то. Ночь. Дождь. Кошки мяукают. Котенок какой-то появился. Наконец-таки ты объявилась! Марфушка, что происходит? Марфа, это твой котенок? Это ты его родила? Что-то не похоже, что ты только что его родила. А вот котенок как раз-таки похоже, как будто только что родился. Кошки! А может быть, вы его украли? Но кто его тогда будет кормить? Он же совсем еще маленький. В общем, признавайтесь, где вы его взяли? Слышите? Котяра! Негодные вы девчонки! Опять где-то котенок мяукает! Да что это происходит тут? Еще
чудеса сегодня ночью происходят. Вот, Марфушка, возьми котенка. На, бери его. Ничего не понимаю. Марфа, если ты не рожал этих котят, то как же ты их можешь кормить? Молоко у тебя откуда? Значит, их родила все-таки ты. Но почему? Один был во дворе, а второй дома. А может быть, еще котята есть? Надо поискать. Так, сейчас посмотрим. Киски. И тут никого. Да нет. Кажется, котят больше нет. Только эти двое. Марфа, как же ты меня напугала? Как же ты так странно родила котят? Это потому что сегодня ночь Хэллоуина. Вот такая, ребята, у нас произошла история. Вот Марфа, вот два ее котенка. Все живы и здоровы. А вот что произошло сегодня ночью, я так до конца и не понял. Может быть, вы поняли, что тут происходило? Откуда появились эти котята? Напишите мне об этом в Инстаграм. И не забывайте подписываться на него. Ссылка в описании. Вот такой вот, ребята, у нас Хэллоуин.